Добрый вечер. Мы пришли здесь, нормально, это последний тур Лиги чемпионов. Хорошо играли, были, правда, команда на поле первых 4 тур, неудачный последний тур, но у нас еще есть момент. Против нас завтра самая лучшая команда Европы, можно быть и на весь мир. Но в футболу всегда есть шанс. Я хочу, чтобы команда показывала себя до последнего секунда, когда есть момент у нас играть в футбол весной, чтобы верила и била с на поле для этого. Так, не знаю, не могу сказать, как будет команда Баварии завтра. Они много меняют команду последних игр. Но мы пришли со всеми здоровыми игроками здесь. И то, что есть у нас, все силы надо поставить на поле завтра. Не надо ждать ничего другое, но просто попробовать все, чтобы сделали, так, как сказать, маленькое чудо завтра. А так можно быть в спорте всегда. Конечно, мы рады приехать к победителю Лиги чемпионов прошлой эдиции и приехали за хорошим результатом. Как тренер сказал, неважно, кто выйдет на поле, у нас есть свои проблемы, есть травмы, но это шанс для новых игроков, для молодых. И пока есть шанс, будем биться и выкладываться на 100%. И это хорошо для нашей команды, за то, что такие матчи могут только дать для нас пользу, и мы можем записаться в истории в хорошем смысле. Мне понравилось, как и Мацей сказал. Это момент, наверное, ни Бавария не будет играть со первым составом. Не знаю это 100%, но они много сделали ротации последних игр. И, как сказать, они самая качественная команда Европы. Кто будет на поле, это не важно. Мы их уважаем вообще много. Но если что лучше в футболе, если в конце успех будет против самой лучшей команды Европы. Так, это сегодня так, как мечта. Но если не мечтаешь, никогда не будет реальность, как сказать. Достигать. Да. Так, нам тоже не хватает много игроков, это факт, но эта команда, что я здесь, это только важно для меня. Но если готовишь себя к игре так, что ожидаешь от соперника, что не будет на 100%, это в конце будет катастрофа, результативная катастрофа. Каждый раз так бывает в футболе. Так, мы должны готовиться к Баварии, как что она будет со самым лучшим составом. И вообще это немецкая команда, и они, это вообще понятно, что у них менталитет такой вообще хороший. И им непонятно это играть с половину силы. А мы должны думать только об этом, что они будут со 100% силы и со хорошим составом на поле. Тогда у нас будет шанс. Если мы расслабимся и одну секундочку, так потеряем шансы для успеха. Мы играли хорошо эту игру, но, как знаете, в конце результат был 1-2. Мы проиграли, но забрали опыт из этой игры. Так, выбор игроков для завтра совсем другое, чем то, что было за первую игру. Так, их качества и профили игроков, которые могут играть завтра по-другому, так и игра будет по-другому. Кто бы не вышел на поле, нелегко против таких игроков играть. Надо быть 90 минут сконцентрированным, выполнять тактические задачи. И я уверен, если мы завтра будем все вместе играть, бороться, мы сможем хороший результат сделать. Спасибо, Мацей, Дмитрий, спасибо. Вопросов больше нет. Да, вопросов больше нет. Теперь точно завершаем выступление. Спасибо. Perfect timing. The team is arriving.